Со спасателями, сотрудниками МВД, УФСИН и Росгвардии сегодня могли пообщаться ярославские школьники. В областном центре открылся городской ученический форум «Терроризм. Угроза планете Земля». В нем приняли участие более 250 ребят из 87 школ Ярославля. Как ведутся переговоры с террористами и где грань между свободой слова и экстремизмом, на эти и другие вопросы ответили сотрудники силовых ведомств. По итогам мы проведем определенное анкетирование, где сделаем задел на будущее, как дальше работать и как пропагандировать идею мира и солидарности, а не идею вражды. Форум завершил череду акций, посвященных борьбе с терроризмом, которые с 3 сентября проходят по всей России.